Всем слышно, да? Еще раз все проверяем. Чтобы меня было хорошо видно. У Profi Travel новая площадка, да, немножко видоизменилась онлайн-презентация. На мой взгляд, стала гораздо лучше, удобней. Качество связи теперь на высшем уровне, поэтому будем с вами еще ближе. Нам дают сигнал, что можно начинать. Вот у нас уже количество участников увеличилось. Поэтому, если вы не против, то мы будем начинать. У нас с вами всего час. Программа сегодня очень большая, новостей у меня масса, все хорошие. Будет много интересного. Сразу скажу, много информации, поэтому... Ушки навострите, внимательно слушаем, постараюсь максимально подробно все рассказать. Если какие-то вопросы у вас останутся, пишите в общий чат. Мне будет сегодня помогать моя коллега Виктория Герасимова. Она за старшую будет отвечать в чате. Соответственно, я отвлекаться максимально не буду. В конце вебинара, если у нас останется время, я просмотрю все вопросы, какие будут мне отвечены, мы их обсудим с вами. Ну и плюс всегда, если что-то остается непонятно, звоните нам в офис, всегда рады помочь, все расскажем, подробно покажем. Плюс после вебинара у вас будет возможность скачать мою презентацию, еще раз пролистать все, посмотреть внимательно, поэтому будем начинать. Итак, для начала я хотела бы представиться. Меня зовут Мария Шмелева, я являюсь менеджером агентского отдела компании CrewClub, работаю в этой компании с 2010 года, поэтому опыт уже большой. Вебинар веду первый раз, немножко волнительно, но надеюсь, что все пройдет гладко. Сегодня презентация наша целиком и полностью посвящена компании Costa Cruises. Поговорить действительно есть о чем. Как вы видели, да, наше название вебинара сегодня — круизом быть или не быть, на Costa пить или не пить. Costa в этом году, не в этом году, в 2018 году празднует свой юбилей 70 лет. Это очень знаковое событие. Мы, конечно, с удовольствием поздравляем наших партнеров с таким красивым юбилеем. И в честь юбилея Costa приготовила массу подарков и сюрпризов. О них более подробно расскажу дальше в своей презентации. Вот. А для начала буквально пару слов о главном. Еще раз напомню, да, кто такая компания Costa Cruises. Это итальянская компания. Дата основания считается 1948 год, соответственно, в 2018 году 70 лет исполняется круизной компании, хотя она была основана еще в конце 19 века. Флот компании на данный момент составляет 15 лайнеров, возраст их 1992 года и заканчивая последним лайнером, который вышел в 2014 году, это Costa Diadema. И пока был такой небольшой маленький промежуток, затишье, новых лайнеров не выходило, но... уже объявлено 2019, 2020, 2021 год. Уже начали строительство новых лайнеров. Правильно озвучивают ни их название, ни что это будет. Но лайнеры однозначно будут, будут новинки. Очень ждем, потому что конкуренты не дремлют. Как вы знаете, каждый год выходят новые и новые лайнеры, которые, несомненно, привлекают наших туристов. Всем хочется побывать и попробовать, что же это такое за новинки в круизном мире. Поэтому очень ждем новинки от Costa и надеемся, что это будет что-то такое вау, что переплюнет все последние новинки. Регионы плавания. Фактически Costa Cruises охватывает весь земной шар. Самое популярное направление представлено такой же компанией. Средиземное море, Северная Европа, Эмираты, Азия. Кругосветные путешествия, 100-120 ночей, да, вокруг земного шара, прекрасная возможность. Карибские море, Южная Америка, то есть фактически все, что туристы спрашивают, куда хотят, мы всегда можем найти эти круизы и предложения у Costa Cruises. Штаб-квартира находится в Генуе, в Италии, вот, и круизная компания принадлежит корпорации Carnival. Ну, это так вот пару слов о круизной компании. Сейчас переходим к более интересным вещам и новинкам. За что же мы любим Costa Cruises?
Ну, вопрос, как скажем, глупый. За что же ее не любить? Столько всего предоставляется, и любовь, которую мы разделяем, Коста-Круизес, она взаимная. А чем больше мы продаем Коста-Круизес, тем больше мы в нее влюбляемся, в эту круизную компанию, и она нам отвечает абсолютной взаимностью. Больше туристов российских становится, она появляется, да, на кораблях этой компании, соответственно, компания старается и идет навстречу, и делает очень много шагов и уступок именно к нашим туристам. За что же мы конкретно любим? Так, немножко слайд. Так, хочу. Ну, питание на Коста-Круизес, как и на всех лайнерах класса стандарт, все включено, завтрак, обед, ужин. И с апреля месяца будет пересмотрена новая политика компании, и будут включены напитки уже в стоимость круиза. Будет работать по системе «Все включено». Это большой бонус. Русские группы на кораблях круглый год. Разные корабли, разные сезоны, но фактически круглый год. Что есть из особенностей размещения? Мало где остались среди класса стандарт каюты сингл. На Коста-Круизес они есть, и этого немало. Цены очень хорошие, естественно, тариф меньше, чем за каюту дабл. Также есть максимально большие каюты, четырехместные, пятиместные, семей, как говорится, с детьми, где двое-трое детей, немало, к нам постоянно обращается, и это прекрасный вариант экономично разместить семью в одной каюте, когда детки до 18 лет здесь платят только портовый сбор, идеальный вариант. Вот. Плюс каюты самсара, спа, да, где можно расположиться максимально близко к спа-центру, и плюс стоимость входит посещение этого спа-центра, тоже многие очень любят такое размещение. Ну и по поводу ценовой политики, конечно, всегда рады. Третий, четвертый спецтариф платят меньше, чем первые два основных места. А если путешествует взрослый плюс ребенок, тоже эта цена меньше, чем за дабл. Прям, скажем, существенно, да, чуть ли не 50% уменьшается. И, как я уже говорила, дети до 18 лет бесплатно. Фактически мало где у каких круизных компаний осталась такая ценовая политика, поэтому за это очень сильно ценим Коста-Круизес и любим. Пусть остается все как есть, как можно дольше. Регионы плавания мы с вами уже обсудили. Ну, еще раз пробежимся, да, дети бесплатно. Круизы из Санкт-Петербурга, классика, да, все лето ходят, 6 ночей, очень популярные. Плюс к этому круизная компания предоставляет трансферы во многих портах. Да? Уточняйте, пожалуйста, у своих агентов, где именно. Не во всех, но очень много где есть. Поэтому можно воспользоваться. Цены приемлемые 20-30 евро. Очень удобно. Да? Забрали в аэропорту, привезли конкретно к лайнеру. И нигде туристы не потеряются по пути, можно не переживать. Очень частые акции, и в этом вы дальше убедитесь. Постоянно мы что-то анонсируем, что-то Коста придумывает, завлекают, вот, и с удовольствием продаем, всегда делимся, делаем рассылки, поэтому следите за акциями. Сочетание цены и качества – это 100%. Коста – идеальное совершенно сочетание цены и качества. Если вот дальше мы будем приводить примеры стоимости круизов, вы еще раз в этом убедитесь. За такие цены вряд ли где в других круизных компаниях вы найдете такие предложения. Ну и, как говорится, небольшая ложка дегтя во всю эту приторную смесь. Пару минусов. Это мало новых лайнеров. Ну, как я уже сказала, Коста-Круизес обещает в 19, 20, 21 годах исправиться. Короткие стоянки в портах. Ну, это грешат все классы, все лайнеры класса стандарт. Вот. И что еще у нас осталось? А нет скидок постоянным клиентам. Ну, это действительно так. Членство Коста Клаб, они больше берут сервисом. Да? Если постоянно туристы путешествуют, то им предлагаются какие-то дополнительные бонусы, приоритетная посадка, какие-то
приятные неожиданности в каюту приносят, там сладости или какие-то фрукты, шампанское и так далее. Но, как правило, в денежном эквиваленте скидок как таковых нет. Вот. Переходим дальше. К следующим приятным новостям от компании Коста. Золотые лайнеры Costa Cruises 2018 год. Что же это такое? А это вот что. Costa, как я говорила, она любит наших туристов и ждет туристов, и поэтому пассажиропоток увеличивается из России. Соответственно, Costa решила концентрировать свое внимание на русском рынке и поэтому делать максимально, да, все возможное, чтобы российским туристам было комфортно, было удобно, чтобы никто не нервничал. Вот. Соответственно, на 2018 год выбрано 4 лайнера, они названы в латыни, и на этих лайнерах будет максимально они адаптированы для русских туристов. Лайнеры следующие – это Costa Diadema, Mediterranea, Costa Luminosa и Costa Magica. Как вы видите, напротив этих лайнеров прописаны регионы, где они будут в 2018 году находиться, да, и на какой промежуток времени рассчитан вот этот вот, так скажем, усиленный российский сервис. То есть это не на весь год, это частично где-то, да, но вот Costa Diadema – это круглый год, Средиземное море, Mediterranea – это Персидский залив, зима 2017-2018 года, Luminosa – летний сезон, Средиземное море, восточное, и Magica – это Северная Европа, летний сезон. Так что же это такое расширенный русский сервис? Это у нас на следующем слайде. Что можно ждать? Значит, будет русскоязычный ассистент, и ассистенты, ну, помимо этих 4 лайнеров, будут представлены и на других, но на этих лайнерах будет, так скажем, такой суперроссийский ассистент. Плюс к этому, чего не было до этого, это аниматор в детском клубе. Такого действительно нигде нет. У нас сейчас скажут, а вот мы там деток отведем, как же там они на русском, никого нет, не поймут. Вот теперь на 4 этих лайнерах даже в детском клубе аниматор будет. Поэтому можно спокойно детей оставлять, идти гулять, в ресторан сходить или еще куда-нибудь. Можно не переживать. Дальше, значит, программа дня в каютах и меню в основном ресторане на русском языке. Это было и раньше, это остается. Тоже очень сильно такой вспомогательный элемент. Да, туристы видят на русском языке и успокаиваются. Что добавляется нового? Добавляется российский канал ТВ. Можно будет уже у себя в каюте, да, посмотреть последние новости. Кто не хочет отставать в круизах, отлучаться от мировых вопросов и проблем. А вот. И самое главное, что появляется, это 2 гарантированные экскурсии на русском языке. За 69 евро это стоимость 2 экскурсий. Экскурсии будут организованы на 3 лайнерах из 4. Да? Это Costa Diadema, Luminosa и Magica. Mediterranea, там гарантированных экскурсий на русском не будет. Что у нас, в принципе, сейчас было, имеем мы, да, на сегодняшний день? Даже когда у нас идут круизы с русской группой, мы всегда говорим, что экскурсии они не гарантированы. Они формируются на борту при условии набора группы от 15 до 20. И, как правило, это не набирает. Ну, в лучшем случае, может быть, какой-то один порт, если набирается столько желающих, конечно, им проводят экскурсии. Вот. Но по большей части туристы в этом плане возвращаются разочарованы, что вот мы ехали с русской группой, и вроде русских-то было много на борту, а группа и не собралась. Вот. Здесь 100% можете обещать. Заранее это все бронируется, 2 экскурсии. Вот, внизу вы видите, вот как на сайте у нас выглядят русские группы, чтобы найти, да, у нас в фильтре можно отфильтровать там круизы с русскими группами, и вот такой появляется значок «Рус». Вот, соответственно, если это Magica, Luminosa или Magica, и они попадают вот в эти промежутки распространения, так скажем, вот этой новой акции «Золотые лайнеры», уточняйте у менеджеров, бронируйте экскурсии. Экскурсии, я посмотрела, вот так примерно
самые популярные, да, в зависимости от круиза, они там варьируются. То есть, либо, например, Барселона-Рим сочетание, Барселона-Савона, либо Корфу-Дубровник, либо Перей-Коттер, да, либо, если это Северная Европа, это Хельсинки-Стокгольм. Ну, самое популярное то, что и надо. Больше, в принципе, туристы все остальное, как правило, смотрят сами с удовольствием, да, либо уже там на месте организуются в свою русскую группу. Итак, далее переходим к подаркам. Так, у нас опять помещается полностью на весь слайд. Немножко вот так я. Угу. День рождения у Коста Круиза 70 лет. И, как правило, мы привыкли, что на день рождения мы несем подарки нашим друзьям, знакомым, именинникам, так скажем. А Коста, наоборот, в свой день рождения дарит подарки сама. С удовольствием разделить эту радость с туристами, которые будут путешествовать на кораблях этой круизной компании. Что же это за подарок? А подарок следующий. Это купон на 500 евро для, так скажем, трат на борту. Но купон не простой, а купон золотой. Сейчас я немножко опущу, чтобы вам было видно. Грубо говоря, это купон на скидку. То есть вы суммарно можете набрать услуг со скидкой на 500 евро. Сейчас я еще немножко повторюсь, да, более подробно расскажу, потому что, может быть, с первого раза не совсем понятно. Значит, под этот купон попадают 6 категорий услуг. Это ужин в ресторане «Самсара», это экскурсии, Wi-Fi пакет, массаж, винный пакет и фотопакет. Таким образом, например, ужин в ресторане «Самсара» стоит 30 евро, стандартная цена. Скидка по этому купону составляет 15 евро. Соответственно, вы платите только 15 евро. И у вас, грубо говоря, 500 евро минус 15, да, у вас осталось 485 евро для трат. Вы можете взять, например, винный пакет. Если его стандартная стоимость стоит 124 евро, со скидкой он получается 65 евро. Хорошая очень экономия. Вот. Соответственно, опять еще вычеркиваете, грубо говоря, там 60 евро скидка, у вас остается 400 евро. Таким образом, вы можете набрать вот этих вот услуг, и чтобы ваша скидка, размер скидки поместился в 500 евро. Надеюсь, понятно. Если непонятно, звоните еще раз, объясним. Только вот эти вот 6 услуг попадают: Wi-Fi, массаж, винный пакет, фотопакет, экскурсии. Это автоматически не добавляется при бронировании, это менеджеры будут добавлять, скажем, руками ваш заказ. Обязательно проверяйте, если делаете бронирование, проверяйте, чтобы у вас эта скидка была, чтобы туристы не остались обделенными ни в коем случае. На что распространяется этот купон? Купон распространяется на все круизы, кроме кругосветки и сегментов, и на круизы по Азии на лайнерах Costa Victoria, Costa Neo Romantica. Да, все остальные лайнеры попадают под эту акцию. Отправление весь 2018 год с 1 января по 31 декабря 2018 года. Участвуют все тарифы абсолютно индивидуальные, групповые, исключений нет. И окно бронирования с 4 сентября началось и по 13 ноября 2017 года. То есть у нас есть вот почти 2,5 месяца, чтобы захватить этот купон и подарить нашим туристам, чтобы они могли себя побаловать на борту. Вот, соответственно, еще раз, да, говорю, что купон идет на скидку, это не 500 евро для трат на борту, да, что вы можете, там, не знаю, пойти в дьюти-фри потратить эти деньги, нет. Это именно деньги на скидку, соответственно, базовый. Ну, вот еще, например, пример приведу. Массаж стоит 191 евро, со скидкой массаж от 151 евро. То есть скидка 40%, то есть 500 минус 40, 460 остается, и тратите дальше. Если будут вопросы, то, соответственно, можем вам присылать, прям есть табличка, сколько максимально, что можно взять по купону. То есть винный пакет можно взять только один на каюту, то есть не так, что, да, пять раз
воспользоваться, взять 5 пенных пакетов, так не получится. Соответственно, там экскурсии 2, там ужин в ресторане Сансара тоже 2 раза можно сходить, воспользоваться этой скидкой. Вот, и таким образом вы набираете вот эту сумму 500 евро. Купон идет на каюту, да, 500 евро на каюту. Вот, поэтому, если какие-то вопросы останутся, еще раз расскажем подробно. Дальше немного отдых для глаз, немного фотографий с лайнеров Коста Круизес, как проходит жизнь на борту, и горки, и дети, все счастливы и довольны, много развлечений, ресторан основной, бассейны, каюты, все очень красиво, достойно. Цена-качество абсолютно себя оправдывает, поэтому мы абсолютно не переживаем за этот продукт. Продаем с удовольствием, туристы возвращаются благодарные, отдохнувшие. Вот хорошо. Так, ну немножко глазки отдохнули. Переходим к следующей большой теме. Это новые тарифы на Costa Cruises. С апреля 2018 года меняется ценовая политика. В принципе, меняется концепция компании. Как я уже сказала, с 2018 года будут включены пакеты напитков. Не во все каюты, мы сейчас это подробно разберем. Для начала пробежимся, что мы имеем сейчас, какие тарифы продаем. Стандартные – это у нас 3 тарифа – Classic, Premium и Suit. Прошу прощения. Какао. Классик и премиум, да, обозначение кают идет, например, те, что заканчивается на C, это классик, да, от первой буквы обозначения P, это премиум, IP, IC, BC, BP. Классик это минимальная цена, базовый набор услуг, простые каюты, ничего такого особенного нет, да, каюты премиум, они чем отличаются, то есть визуально они ничем отличаются от классика. Отличается единственное, это расположение на более высоких палубах, более удобное расположение. И у кают премиум есть выбор смены питания. Первая или вторая смена питания на ужин могут туристы выбирать. Ну и маленькие такие бонусы, доставка завтрака в каюту и 24 часа room service. И сьют здесь, соответственно, выбор смены питания, также первая, вторая, приоритетная посадка. Не во всех портах уточняйте, где это есть. Бесплатный доступ в спа-зону, корзина фруктов ежедневно. Вот. И услуги консьержа, естественно, входят. И во всех сьютах уже на данный момент, да, включен пакет напитков Intenditore. Это полноценный пакет, все включено во всех барах, ресторанах. Входят все напитки алкогольные, безалкогольные, премиум класса. То есть здесь абсолютно люди отдыхают, говорит, на полную катушку. Это что мы имеем сейчас. А теперь, так скажем, все забываем и переключаемся на 2018 год. В 2018 году, с апреля месяца, у нас появляются новые тарифы. Делится уже на 3 части, так скажем, Basic, Comfort и Deluxe. В свою очередь, Comfort делится еще на Classic и Premium каюты, которые вот они сейчас присутствуют, но их немножко, так скажем, модернизируют. Они уже будут с напитками. Сейчас более подробно о каждом из тарифов. Каюты Basic. Что это такое? Каюты Basic – это каюты по минимальной цене, базовые. Обозначения их на сайте, они заканчиваются на буковку V, галочка, да, Виктори, Ivy и VBV. Так они выглядят у нас на сайте, так их можно определить, что это такое. Это каюты Фортуна, абсолютно все. Номер каюты и палубы мы будем узнавать только перед началом круиза. Раньше не просите, никак не можем. Это базовый набор услуг. То есть каюты, в принципе, остаются те же самые, да, только меняется именно вот набор услуг. И, так скажем, подвох небольшой в этой каюте – это удержание с момента бронирования 25%. То
То есть неважно, сколько у вас осталось, год, полтора, бронируйте, месяц, ну, месяц, нет, неправильно, там, скажем, ну, 3 месяца, 4 месяца, у вас сразу идет удержание 25%. Да? Забронировали, от депозита внесли от 25 до 30%, ну, чаще всего 30% берем, соответственно, все, если туристы передумали, 25% забираем, извините, да, так у нас, такие условия у круизной компании. А вот, а так каюты абсолютно, абсолютно стандартные, ничего такого, то есть фактически это как сейчас каюты классик, да. Появляется тариф комфорт, комфорт классик каюты. Это средняя цена, да, они уже идут, естественно, чуть подороже, чем каюты, вот эти IV, EV и BV. И на сайте они IC, да, EC и BC. Обозначение заканчивается на C. Соответственно, здесь уже входит пакет напитков, да, это самый главный бонус и плюс большой для наших туристов. В каюты классик будет входить напитки пранца и чена. Это напитки за обедом и ужином, вино, пиво и, ну, там, водичка, какие-то прохладительные напитки. То есть это не полноценный пакет, так скажем, минимальный, который вот у нас сейчас стоит 16,5 евро в сутки. Здесь он уже включен в стоимость. Плюс к этому в этих каютах идет скидка на экскурсию от 30 до 100%. Соответственно, чем больше экскурсий вы берете, тем больше скидка. Берете там 5-7 экскурсий, то есть может быть там какая-то 7-я или 8-я в подарок. То есть, соответственно, тоже это все уточняйте, если у вас туристы хотят бронировать экскурсии заранее. Все расскажем и покажем. Ну и здесь уже, естественно, идут более увеличенные баллы Costa Club, которые копятся за каждое путешествие. Вот. Здесь уже, соответственно, в этих каютах таких... удержание нет в районе 25%, штраф стандартный по условиям бронирования, то есть, как правило, там 50 евро за человека при отмене там за 70-75 дней. Да, это у вас у всех есть, то есть номер работает в приложении к договору, все прописано. Здесь стандартные условия аннуляции. Дальше переходим. Каюты комфорт, но уже премиум, да, там был классик, здесь премиум. Это каюты IP, EP, BP, да, они у нас подписаны на сайте премиум, соответственно, видите премиум, сразу щелчок, пакет напитков тоже включен, но здесь уже включен пакет напитков Брендиама, да, все включено. Это полноценный пакет напитков, он уже действует весь день во всех барах и ресторанах, более расширенный спектр напитков, коктейли различные, алкогольные напитки, то есть не только вино и пиво, да, а уже различные, там, не знаю, мартини, какие-нибудь более крепкие алкогольные напитки, коньяки и так далее. Здесь также идут скидки на экскурсии от 30 до 100%, и добавляется выбор смены питания. Но также он сохраняется, как он и сейчас есть у кают премиум, и доставка завтрака в каюту. Вот, соответственно, еще раз вернусь, повторю, если бронируете каюты классик, как не переключается, секундочку. Да, если бронируете каюты классик, у вас включен в пакет напитков пранца и чена, это напитки в основном ресторане, за обедом и ужином, вино, пиво, прохладительные напитки. Если бронируете каюты премиум, у вас уже включен пакет Брендиама. Да, все включено во всех барах и ресторанах. И каюты сьют, да, это тариф Deluxe. Соответственно, здесь таких прям кардинальных изменений нет. Также включен пакет напитков Intenditori, как он и сейчас включен в сьютах. Бесплатный доступ в спа-зону, корзина фруктов, меню подушек. Вот. И экскурсии также идут, да, дополнительные услуги консьержа. То есть, ну, максимально
максимально удобно, если могут себе позволить. Конечно, всегда предлагайте сьюты, они более широкие, более комфортабельные каюты, вот, и максимальный набор услуг, все к ногам наших туристов. И заключительно по тарифам. Таким образом, все это, новые тарифы выглядят у нас на сайте. То есть, еще раз повторюсь, да, бронирование. То есть, вы сейчас уже можете бронировать круизы, но круизы начинаются с апреля 2018 года, эти тарифы. А на сайте, соответственно, это выглядит таким образом. Вот выбираете, например, двое взрослых. И показано, да, вот IV, IC, IP категория. И выбирая, вы подразумеваете, да, понимаете, что IV категория – это тариф Basic, напитков нет, да, это единственное исключение. Удержание 25% с момента бронирования. IC – это Франция и Чена включен, ужин, обед. И IP – это уже Бриндиама, все включено во всех барах и ресторанах. Сюда не поместился сьют, но сьют мы уже с вами проговорили то же самое. А вот, поэтому будьте внимательны. Мы даже вот считали разницу, если, например, брать каюту IC с минимальным пакетом напитков, это получается выгоднее, да, цена, естественно, конечно, повыше, чем у каюты Basic, но при этом разница в цене получается такова, что если вы будете брать каюты Basic и возьмете пакет напитков в тот же самый Франция и Чина на борту, у вас выйдет дороже. Да, чем вы возьмете каюту Classic. Ну и, соответственно, то же самое с премиумом. Поэтому с напитками брать каюту выгодно и удобно. Взял турист, и все, голова не болит, отдыхаем. Да. Наши туристы, они прям не могут жить без all-inclusive, не могут они переключиться на европейскую систему, поэтому Коста делает такой жест, шаг в нашу сторону, включает эти напитки в стоимость. Соответственно, это не на все рынки, да, это исключительные рынки, такие вот предложения, и поэтому пользуйтесь, не забывайте, да, говорите об этом туристам и бронируйте. Соответственно, это у вас на слайде показано, да, у нас на сайте, так вы не увидите, да, чтобы было красным написано, что там включен пакет напитков, вам надо самим это помнить и знать, да, что какой тариф идет с напитками. Ну, если вдруг забудете, звоните, всегда все проконсультируем, объясним. Дальше мы переходим, у нас осталось полчаса, мы переходим к маршрутам. Что у нас интересного в 2018 году? И наш раздел называется «Как убить двух зайцев на Новый год». Новый год уже совсем близко, а места, я вам скажу, уже совсем-совсем мало. Раскупается просто как вот пирожки. Соответственно, не тяните, если у вас туристы планируют поездку свою на Новый год, то уже самый вот момент все бронировать. Итак, что мы предлагаем? Предлагаем наши уникальные пакеты. Наша группа в самые удачные даты на Новый год с 3 января по 12 января на наши праздники, 9 ночей, 10 дней. Самый новый лайнер компании Costa Cruises Costa Diadema. Маршрут по Средиземноморью. И в этот пакет уже включено все предусмотрено. Авиаперелет, все трансферы, проживание 2 ночи до круиза в Риме, в хорошей четверке, на базе завтраков. И плюс еще экскурсия в Риме. Ну и, конечно же, сам круиз. Плюс праздник Новый год. Плюс наши сопровождающие, атмосфера, настроение, все это мы вам сюда включили. Соответственно, маршрут можете посмотреть, да, может быть, немножко мелко. Здесь можно увеличить, да, кто хочет, чтобы приблизить. Вот, соответственно, удобные рейсы, вылет из Москвы. Если у кого-то регионы, тоже еще есть места, остались просто круиз, можем вам подобрать перелет из других городов. Но базовый у нас круиз с пакетом идет из Москвы. Вот, соответственно, очень интересные классические порты захода. Рим, Савона, Марсель, Барселона, Пальма. Вот возвращается в Рим и возвращение домой. Акцент большой хочу сделать на цену. Спеццена, да, обратите внимание.
1053 евро на человека. Это минимальная цена внутренней каюты. Если вы посчитаете все, что туда входит в этот пакет, цена вас должна удивить, потому что это очень низкая цена на Новый год. И нам даже звонят туристы, говорят, вы ничего не напутали, у вас может быть ошибка на сайте. Нет, мы ничего не напутали, цена правильная, 1053 евро. Поэтому спешите бронировать. На самом деле мест очень мало. Выгодно с детками, да, если берете, так как у нас на Косте, вы знаете, да, дети до 12 лет не платят, здесь только перелет, гостиница, вот эти дополнительные услуги считаются, получается очень выгодно. Но многоместных кают, они всегда в дефиците, поэтому их совсем мало. Это первый вариант с 3 января по 12. И второй вариант у нас идет со 2 января, те же два зайца, со 2 января по 13 января, 11 ночей, 12 дней. Тот же лайнер, немножко переиграли начало-конец. Круиз тот же, соответственно, включено также авиаперелет, все трансферы. Здесь уже проживание 3 ночи до круиза, то есть здесь уже можно прям отдохнуть на полную. В Риме главное там не потеряться и не забыть, что вы уезжаете в круиз. Вот, и плюс одна ночь в Неаполе после круиза. И также экскурсия в Риме, как и предыдущие. Здесь цена даже дешевле, обратите внимание, да, 1013 евро на человека. Это супер предложение. Уже у нас очень-очень большое количество приобретено круизов, поэтому там пол корабля будет русских, это точно. Такая русская тусовка в итальянском стиле. Поедем сами сопровождать, поэтому присоединяйтесь, не упустите шанс. Не лишайте своих туристов такой радости, возможности на Новый год отдохнуть, зарядиться по полной позитивом на весь год. Как говорится, как встретишь Новый год, так его проведешь. Это работает 100%, по крайней мере, у меня срабатывает. Итак, теперь перейдем к популярным маршрутам, которые пользуются популярностью из года в год. Что добавилось новенького, да? Куда отправиться на 2018 году? Отправиться есть. Куда это точно? Вариантов много. Ну, начнем с маршрутов из Санкт-Петербурга. 6 ночей, 7 дней. Классика абсолютно. Каждый год много пассажиров. Все спрашивают, очень удобно, да? Из России не надо никуда лететь. До Питера на поезде можно спокойно добраться из любой точки России. Вот. И, соответственно, по Балтийскому морю плывем, смотрим Таллин, Стокгольм, Хельсинки. Ну, так скажем, классика, да, ничего такого прям супер, но популярностью пользуется. Да, вот так вот сделать себе маленький отпуск, отключиться, развлечься, самое то. Да. В следующем году с 16 мая по 22 августа будет этот круиз осуществляться на Costa Magic, 4 звезды. Вот, и, естественно, цена не может не радовать, 449 евро на человека. Это минимальная цена, то есть в районе там 900 евро за каюту. Более чем приемлемо, да, все включено. Обратите внимание, да, уже это будет после мая 2018 года. Кстати, хотела еще вернуться к одной мысли по поводу напитков. Напитки, это все хорошо, с апреля 2018 года все это работает. Единственное исключение – это наши блоки. Да? У нас есть блоки, их немало, это апрель, как раз-таки, да, конец, там на майские, дальше к нему перейдем. Вот, это сентябрь 2018 года, там эти тарифы не действуют, там действуют стандартные тарифы, как они сейчас. Это тоже обратите внимание, там напитки включены не будут, потому что это все, группы все эти брали заранее. Вот, соответственно, по старинке, так скажем, мы их дорабатываем. И следующая группа уже будет с пакетом напитков. Итак, Санкт-Петербург. 6 ночей, все лето, пожалуйста, предлагайте пистам. Следующее направление – это Юго-Восточная Азия, Сингапур, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Коста-Виктория – очень долго она у нас отсутствовала, мы по ней скучали. Она была, плавала исключительно до китайского рынка. В этом году нам ее вернули. И вернули с великолепными ценами за 399 евро. С
сами не поверили своему счастью, пол офиса уже забронировалось, едут сами. Вот, поэтому различные варианты, 7-14 ночей. Сингапур, Таиланд, Камбоджа, Малайзия. Прекрасно, да, это начало с 6 января 2018 года, и маршрут, ну, правда, маленький диапазон, всего по 17 февраля 2018 года, ну, самый-самый сезон, когда там очень комфортно побывать, посмотреть, вот, ну, цена просто у меня нет слов, куда еще, как говорится, дешевле. Еще одно бомбовое просто направление, в этом году все в шоке, мы сами в шоке, это популярные круизы по Японии. Япония взорвала наш сайт, наш рынок, не знаю. Маршруты, они есть и сейчас, я просто поставила диапазон 3 октября, но есть и на сентябрь еще места, по 19 января 2018 года. Вариации, какие только хотите, да, от 5 до 14 ночей, круизы из Токио, круизы из такого порта, как Кагосима. Не надо пугаться, везде можно добраться, а вот заходом во Владивосток есть маршрут, да, который подлиннее, а так вообще всю Японию посмотреть за раз, и опять же таки я вам обращаю внимание на цену, 299 евро за человека, это получается с перелетом совсем чем дешевле, чем слетать в Европу отдохнуть, а в Японию сами знаете, да, 299 евро со всеми сборами. увидела комментарий. Цена такая, это просто нечто. Уже замучились делать эти японские визы. Сейчас, кстати, упростили всю эту процедуру. И мы замучились в том плане, что их очень много. Набронировали туристы, потому что никто поверить не может, что в Японию можно посмотреть за такие деньги. Раньше Япония это просто была, это даже не Америка, да, чтобы поехать в Японию, там надо, не знаю, 5 лет копить денег, чтобы там себя чувствовать. А здесь, в круизе, суперкомфортно, да, особенно если из Токио начинается, посмотреть, как вы знаете, да, ну, цветение сакуры, оно идет в апреле, но вот застать осень, какой-то промежуток, тоже очень комфортный период, поэтому предлагайте, пока есть, надо пользоваться, мало ли потом опять отберут какой-нибудь лайнер, отдадут китайцам или еще кому-нибудь. Предлагайте, очень здорово. Дальше. Дальше как раз идут наши блоки, наша гордость, наш продукт, что мы в первую очередь, конечно, вам предлагаем. 28 апреля состоится круиз на Costa Magic, 14 ночей, 15 дней. Круиз с севера на юг, из Савоны в Стокгольм. Основные фишки этого круиза, естественно, это за 14 ночей 8 стран и Лондон без визы. Да, пока у нас все без изменений, россиянам 24 часа можно транзитом находиться без визы. Поэтому такая уникальная возможность хотя бы на один день, хоть одним глазком, но заглянуть в королевство, посмотреть, как там дела, погулять по Лондону, прекрасная возможность. Спеццена 739 евро. Ну, просто я говорю, я цены не комментирую, потому что цены супер низкие, и цена-качество абсолютно оправдано. Да? Если вы разделите 739 евро на 14 ночей, получаются такие копейки, что вы ни один отель в Европе за такие деньги не найдете, тем более на все включено завтрак, обед и ужин, а еще с вами и русский сопровождающий, а еще и компания, а еще всего много не перечислить. Вот, соответственно, прям под майские праздники билеты тоже у нас раскупаются хорошо, поэтому если кто-то уже у вас спрашивает майские, предлагайте. 15 дней, конечно, немножко побольше, чем наши праздники совпадают, да, но я думаю, наши туристы умеют отпрашиваться с работы и уехать на более долгий период. Следующий блок – это классика. Сентябрьские круизы со 2 сентября по 13 сентября, 11 ночей, 12 дней, Коста-Пацифика, опять же таки 7 стран, опять же Лондон без визы, цена 619 евро на человека, здесь уже идет из Киля в Барселону, соответственно, да, наоборот, там у нас апрельский круиз
с юга на север, то есть с севера на юг. Вот, безумно популярные маршруты, очень-очень любят наши туристы. У нас вот сейчас буквально мы завтра отправляем два лайнера с большими группами на Коста Мэджики и Коста Пацифики, просто по 400 человек на каждом лайнере, если не больше. Соответственно, очень-очень любят такой маршрут, за раз посмотреть Европу северную, да, и Средиземноморье. Погода в сентябре прекрасная, поэтому цена прекрасная, очень-очень классное предложение. Поэтому бронируйте, здесь тоже однозначно будет наше сопровождение, как вот мы сейчас делаем полностью. Под этот круиз будут предоставлены на выбор экскурсии на русском языке, можно будет все это заранее забронировать, трансферы. Буквально вот принесем туристов, занесем в каюты, отведем на экскурсии, все, любой каприз, мы работаем для наших туристов. Вот, ну и, пожалуй, все о маршрутах, все не сказать за час, хотя их масса, поэтому, если какие-то, говорю, у вас есть интересы у туристов, всегда звоните, подскажем, что интересного у нас на сайте, топ-маршруты. С правой стороны, на главной страничке есть, вот, ну, всего много, за раз не расскажешь, вот, и немножко под конец своей презентации хочу рассказать, кто слышал, кто не слышал, еще раз, генератор агентских продаж, это наше ноу-хау, изобретение, мы его активно предлагаем вам использовать, потому что это удобно, потому что это эффективно. Что же это такое? Вкратце, да, генератор агентских продаж, это, скажем, палочка-выручалочка агента, как это изображено на картинке, это такой маркетинговый инструмент. Пару слов, да, как мы к этому пришли, просто наш опыт клиентского нашего зала показывает, что очень большая часть продаж происходит по акциям, да, и по различным спецпредложениям. И туристы наши эти спецпредложения получают по рассылке. И рассылка, хоть ее там и ругают 100 раз, но она работает, работает очень хорошо. Вот делаем рассылку, потом шквал звонков, писем. То есть идет очень-очень хорошая отдача по всем этим делам. Соответственно, что же такое генератор агентских продаж? Вот мы, исходя из этого опыта, мы придумали такой инструмент для агентов. Значит, мы предлагаем вам, у кого есть интернет-странички свои, на вашем сайте разместить наш код. Да, он устанавливается буквально за 5 минут. И на вашем сайте появляется, вы выделяете страничку под морские круизы, прописываете этот код, и у вас вот в таком формате, да, вы можете видеть, появляются самые топовые, хитовые, так скажем, предложения от Круклаб. Да. Мы все это щепетильно, тщательно отбираем, да, не что попало, самое лучшее. И оно отображается на вашей страничке. Плюс к этому, да, что у вас есть круизная страничка с лучшими предложениями, мы создаем продающий текст. Таким образом, да, вы получаете рассылку под самые интересные спецпредложения. В таком формате вы ее получаете. То есть верхняя часть – это некая информация для вас, вы ее по ножничке обрезаете, и у вас уже готовый текст рассылки. Вам не надо ничего придумывать, вам не надо ничего, ну, если хотите что-то подправить, подправляйте, ради бога. Вот, у вас уже все готово. Ссылки, которые используются в этой рассылке, да, они с переходом исключительно на ваш сайт. Здесь нет упоминания о Круклаб, вообще ни слова. Все ссылки только на ваш сайт, да, турист может напрямую, если вот он на вашем сайте нашел какое-то предложение, он оставляет, может, заявку, то есть все актуально, цен, наличие, кают, все у вас совпадает, точно так же дублируется, как на нашем сайте. Заявочку турист оставляет, она падает вам на почту.
Дальше вы уже с ней работаете, бронируете, звоните нам, обрабатываем дальше этот заказ. Вернемся к рассылке. В таком формате вы получаете рассылку, вырезаете ненужное и отправляете своим туристам. Да? Вам остается только получать звонки и заказы и проконсультировать туриста, рассказать, что и как, и, соответственно, продать круиз. То есть вот такая у нас слаженная работа. Мы подготавливаем вам продукт, высылаем готовую рассылку, вы отправляете свои туристам, размещаете какие-то предложения в соцсетях, если есть, это тоже очень сильно хорошо работает. Вот. Получаете звонки, получаете заказы вместе, дружной командой. Таким образом мы продаем круиз. Плюс к тому, к топовым круизам, как бонус, вы получаете, если вы в этом заинтересованы, вы можете еще установить 8 тематических подборок. Это идет Новый год, майские праздники, там 5 подборок по самым популярным направлениям, ну и плюс предложения люксовых компаний. Все это вы можете разместить у себя на сайте. Все очень просто, следить за этим не надо, за этим всем отслеживают наши IT-менеджеры, менеджеры клиентского зала и так далее, да, кто этим занимается. Актуальность 100%, поэтому вы поставили на сайт и, грубо говоря, забыли. От вас никакой работы не требуется. Требуется только, чтобы вы отправили рассылку, разместили в соцсетях какие-то предложения, выслушали туристов, взяли деньги и забронировали этот круиз у нас. Вот такое изобретение, поэтому кто еще не слышал, кто еще не знает, присылайте свои заявки. У нас на сайте в правом верхнем углу есть раздел «Агентством», и там можете еще раз подробно почитать, да, что такое генератор продаж. Все очень просто. Минутку еще скажу, да, кто просит у нас поисковик, мы говорим, что поисковик, он неэффективен, да, вот у нас на сайте почти 14,5 тысяч маршрутов сейчас, и очень мало людей, кто действительно самостоятельно может из этой огромной массы круизов найти то, что ему надо, все равно нужна какая-то помощь, да, со стороны менеджера, поэтому мы вам задачу эту упрощаем, делаем, выбираем только самое интересное, самое вкусное, и даем вам это на ваш сайт. Вот, соответственно, не надо туристов, сами знаете, да, когда очень много большое предложение, начинают метаться, начинают думать, в итоге вообще могут собраться и уйти. Вот, нам такое не надо. Мы доводим все заявки до финального, да, до продаж, поэтому, если, говорю, какие-то вопросы касаемо ГАПу, тоже всегда звоните, всегда поможем, расскажем. Вот. Пожалуй, наверное, у меня все. Если у вас будут какие-то предложения, вопросы, подписывайтесь на нашу рассылку, да, обязательно. Мы стараемся несколько раз в неделю самые интересные предложения, акции, все это высылать на почту, да, чтобы это было все актуально и, так скажем, чтобы наши агенты самые первые получали приятные новости, да, и какие-то акции, вот, поэтому можете присылать, да, на agent@kruklab.ru свои какие-то реквизиты, свои данные, то есть не обязательно заключать с нами договор, вы можете быть просто подписаны на нашу рассылку, получать наши интересные предложения. Ну и просто будет желание, звоните, поболтать. Мы переехали, кстати, в новый офис, очень красивый, там же на Новокузнецкой, немножко поменялся адрес, переехали по другую сторону от метро. А вот, соответственно, приходите в гости на чай, поболтаем, познакомимся, всегда рады гостям, открыты для общения, для сотрудничества. Большое вам спасибо за внимание. Сейчас я посмотрю еще какие-то вопросы, если остались неотвечены, обязательно отвечу. Так.
Вам спасибо большое, что присутствовали. Очень рада. У нас почти 200 человек присутствовало. Рада, что очень понятно. Сейчас прокручу, посмотрю еще вопросы. Говорю, ну основные, да, это у нас, говорю, тарифы, прям держите в голове, с апреля 2018 года напитки предлагаем туристам, вот, и купоны не забывайте, до 13 ноября бронируем, получаем купоны, радуем туристов, пусть отдохнут, как говорится, да, со скидками, это всегда, всегда приятно. Ну, вроде бы все вопросы отвечены. Сейчас презентация закончится, у вас будет возможность скачать, если что, так просмотреть еще раз, более внимательно, спокойно. Если что, звоните. Все, тогда всем до свидания, до новых встреч.